И снова здравствуйте, дамы и господа. Очередной обзор. Квадроцикл Avantis Hunter Junior. Для наших маленьких пилотов. 110 кубов квадроцикл. Ну, стандартный набор. Скорость вперед, скорость назад. Переключается рычагом. Очень удобно. Вперед, нейтралка. И скорость назад передачу передает. Что мы имеем? Индикатор нейтралки, индикатор задней скорости, оглушилка оглушит квадроцикл, ну, соответственно, свет, ну, заводит квадроцикл. А есть ограничитель скорости для родителей. Вкручивается болт и механическим путем перекрывается курок. Ограничить можно до скорости шага квадроцикл. Также мы имеем в данной модели брелок, пульт управления. Сигнализация ставит, снимает и глушит квадроцикл. Можно на расстоянии управлять, если ребенок что-то делает не так или просто вас не слушается. Можно нажать, и квадроцикл заглохнет. А также мы имеем фал безопасности, цепляется на джинсы. При падении квадроцикл останавливается, глохнет. Тормоза. Правый гидравлика на заднюю ось. Нажимаем, и квадрик останавливается. Удобно. Под правую руку тросик, передние тормоза. Ручник вставляем. Выжимаем, нажимаем на ручной тормоз. Квадроцикл стоит, не двигается. Также мы имеем пробег. Он работает автономно, его не скрутить, не убрать. Увидите, как квадроцикл эксплуатировался, какой пробег, тоже на него ориентироваться при смене, замене масла. Что еще имеем? Стоп-сигнал, соответственно, одну выхлопную трубу, аккумулятор, 12 вольт генератор в комплекте. В комплекте идет зарядное устройство. Если аккумулятор сел, не надо прикуривать, поставили на зарядку. Пару часов поработал, аккумулятор зарядился, можно заводить. И также он зарядится от генератора. Узлы, все агрегаты сделаны надежно. Все массивное. Так что заходите на сайт www.tibegun.ru. Звоните, заказывайте. Будем рады показать, рассказать, привести вам технику. Давайте посмотрим, как он ездит. Человек 85 килограмм прокатится, наш сотрудник. Ну, посмотрим, как себя ведет квадроцикл. Выжимаем тормоз, и после этого либо ножной тормоз, и после этого запускаем квадроцикл. Квадрики мощные, хорошая качественная техника, все просто сделано, но надежно. Также мы имеем два багажника в данном квадроцикле. Очень удобно, можно какую-нибудь канистру поставить или аксессуары положить, закрепить и тот же магазин съездить, привезти все. Багажники не силовые, там рассчитаны примерно по 5 килограмм на каждый багажник, но тем не менее можно там поставить определенный груз и спокойно его довести. Собственно, заходите на сайт tibegun.ru, будем рады вам рассказать, все показать, проконсультировать, привести вам технику. Спасибо большое за внимание, до скорых встреч!